Пока почетный круг по депо, а в ближайшие дни 10 новых трехсекционных трамваев отправятся курсировать по маршрутам номер 5 и 22. Первый пассажир, губернатор Николай Меркушкин, испытал на себе плавность и комфорт нового вагона. Салон повышенной комфортности, кондиционер летом, отопление зимой, камеры наблюдения, удобные сиденья и широкие проемы между ними. Вместить такой трамвай может до 300 пассажиров. Не забыл производитель и о водителях. Кабина оснащена по последнему слову. Самарские работники ТТУ уже оценили. Кабина очень просторная, очень удобные органы управления. И главное, что есть индикация работы всех систем трамвайного вагона вот здесь вот, перед глазами водителя. Если раньше водитель ориентировался в основном по своему опыту, своим ощущениям, так сказать, на нюх, на слух, то теперь это все можно, вот, не напрягаясь, совершенно увидеть. Ключи от новых трамваев водителям вручает губернатор и обращает внимание профессионалов. Не молчать, а обязательно оставлять свои замечания по работе техники, чтобы на заводе могли усовершенствовать модель трамвая. Но то, что я говорил, если какие-то вещи будут, вы вовремя передавайте там, для того, чтобы можно было заводу выводы делать. Они будут заниматься обслуживанием, приезжать, бывать у нас. Вообще, Николай Иванович, хочется вам сказать большое спасибо за то время, как вы стали руководителем Самарской области. Именно вы начали обращать внимание на наши предприятия. Именно с вашей помощью стали закупаться новый подвижной состав. Наглядный тому пример то, что у нас сейчас, если посмотреть на курсы, приходит одна молодежь. Трамвайно-троллейбусное управление – крупнейшее транспортное предприятие в городе. На его долю приходится больше половины всех пассажироперевозок в Самаре. Электротранспортом охвачены практически все районы города, и новые трамваи сделают поездки еще более приятными. Создадут дополнительные удобства и населению города, и нам позволят успешно перевозить людей во время чемпионата мира. Будем передвигать людей из одного, условно, из одной точки города в другую. Это будет исключительно важно во время чемпионата мира, потому что там частный транспорт или легковой транспорт использоваться будет по самому минимуму. Должен работать очень хорошо общественный транспорт. Обновление подвижного состава в городе идет поэтапно. Эти трамваи не первая закупка. За последние 5 лет количество новых трамваев, троллейбусов и автобусов достигло 200 единиц. Горожане по достоинству оценили качество этого нового общественного транспорта. В наших планах развития транспортной сети города сейчас завершается работа по генеральному плану города Самары. Там обязательно там предусмотрен раздел, посвященный транспортному обеспечению. В наших задачах сделать все, чтобы пребывание в городе было для наших жителей комфортным. За трамваем будущее. Городские и областные власти планируют провести трамвайные пути в Новокуйбышевск и Южный город через Фрунзенский мост. И самый любимый транспорт самарцев сможет быстро доставлять пассажиров в любую точку города. Марина Матвеевна, Василий Колдашов. События.